Нет, так я не покупаю, нет проблем. Вот так, вот так инфляция начинается. Кстати, уважаемые гости, там есть на входе фотографии. Внимание, все распечатали фотографии. Какая ваша основная задача? Берете вашу фотографию, вклеиваете в альбом, и в этом альбоме пишете пожелания. Правильно, Станислав? Все абсолютно просто. То есть у вас есть редкий шанс вклеить и сразу же вот написать от кого. Просто тут молодожены потом спустя 20 лет забудут, кто был на свадьбе. Они могут посмотреть на фотографию, правильно? Правильно. Стефан, давай следующий трек, пока они бабки не начали вымогать. Я все коробка. Одновременно все, давай следующие. О! Стой! Не знаешь? Пожар был без огня. Нет. Этот пожар без огня, нет? Нет, я тоже. Ты зачем мне подыгрываешь? Я сейчас честно, я же не коррупционер. Я коррупционер просто. Давай бабки. Давай, Ксюхи зажжи. Они сейчас меня пытаются сверху, Таня. Я держусь до конца. Я не уйду, давай следующий. Стой, Стефан, смотри, я здесь уже просто купил публику, они кричат: Жека, мы с тобой до конца. Держите, что? Собачку! Собачку! Кто отвечает? Давай, ладно. Это время и стекло. Это время и стекло. Следующий трек. Кто? Давай. Это тоже время и стекло. Это тоже время и стекло. А зачем ты два раза один тоже трек ставишь? Стой, Маша, спокойно, Маша. Понимаете? Ну... Валентина, скажите что-нибудь, заступите за меня. Спасибо. Тебе сказали уходи, давай я буду рулить теперь. Это Верка Сердючка. Это Верка Сердючка. Всю пачку мне отдадите. У нас 5 ответов, Женя. Все, рассаживайся по местам. Рассаживайся по местам. Саня, правильно, я за вас топлю. Рассаживайся по местам.